Hello, Facebook TV folks. This show is dedicated for all jazz lovers. From the Tchaikovsky Hall in Moscow with the Russian State Orchestra for Cinematography and Anna Бутурлина, this show is dedicated for you, Facebook TV team. Привет, друзья! С вами Facebook TV. Мы находимся в Москве, в концертном зале Петра Ильича Чайковского. Сегодня с вами Анна Бутурлина, одна из самых известных джазовых певиц России с филармоническим оркестром. Следуйте за нами, команда Facebook TV. Ciao, amici di Facebook TV. Per voi amanti del jazz dalla sala Tchaikovsky a Mosca, con l'Orchestra Sinfonico dello Stato Russo per la Cinematografia e Anna Bottorlina, andiamo a vedere Facebook TV Team. Добрый день, меня зовут Евгений Хлынов. Я директор Российского государственного симфонического оркестра кинематографии. Наш оркестр уникальный, и основная наша деятельность – это запись музыки к художественным фильмам. Сегодня репетиция к концерту великого американского композитора Гершвина. Мы играем эту чудную, веселую и очень красивую музыку. Я сожалею, что итальянская публика не может побывать на этом концерте живьем. Я люблю Facebook. Hello, I'm Anna Бутурлина. I am a Russian jazz singer. Tomorrow will be great concert in Philharmonic Tchaikovsky Concert Hall. There will be great music of George Gershwin. I love his music and I love Facebook. Добрый день, меня зовут Игорь Назарук. Я композитор и пианист. Будут исполнены известные, интереснейшие симфонические произведения Джорджа Гершвина. «Американец в России» — это такая интересная, немного ироничная фантазия на тему о том, как и что бы было бы, если бы тот самый персонаж гершвиновский, американец, приехал в Россию. Вторая пьеса сделана на трех очень известных песнях Джорджа Гершвина: «The Man I Love», «Someone Who'll Watch Over Me» и «Embraceable You». Их будет петь замечательная, одна из лучших наших вокалисток, наших певиц, Анна Бутурлина. Вот такая вот будет интереснейшая программа. Приходите. Я люблю Facebook. Я Анна Бутурлина, джазовая певица. Завтра в концертном зале имени Чайковского состоится великолепный концерт, который будет посвящен Джорджу Гершвину и его великим произведениям. Я буду исполнять сюиту из песен, которую написал Игорь Назарук. Это будут, опять же, великолепные песни Джорджа Гершвина. И я счастлива, что я участвую в этом концерте. Я люблю Facebook! Здравствуйте, меня зовут Ирина Цируль, я играю на виолончели в оркестре кинематографии. Надеюсь, наш концерт завтра пройдет очень здорово, все получат большое удовольствие, и публика, и исполнители. Я люблю Facebook TV. Меня зовут Сергей Скрипка. Я художественный руководитель и главный дирижер оркестра кинематографии. Хочу сказать, что концерт у нас завтра предстоит, который для нас весьма-весьма важный. Мы очень любим этого композитора. Вот находится на этой грани симфонической музыки и джазовой. В нашем оркестре работает солист, это Игорь Назарук. Это замечательный музыкант-импровизатор. Это была его идея сделать этот концерт. Он еще туда добавил некоторые произведения, в которых он поклоняется Гершвину. Завтрашний концерт — это будет очень и очень приятный подарок всей нашей публике. Я люблю Facebook TV.
Здравствуйте, меня зовут Наталья Шубина, я из России, я играю на альте. Нас ждет концерт Гершвина и Назарука. Я люблю Facebooks. Show time, Facebook TV team. А сейчас концерт начинается. Il concerto comincia. Привет, Фейсбокс. Я режиссер-постановщик Московской филармонии. Сегодня в зале Чайковского состоится замечательный концерт симфонического оркестра кинематографии, дирижер Сергей Скрипка, солист Игорь Назарук. Концерт посвящен Гершвину, одному из самых любимых композиторов нашего времени. Я люблю Фейсбокс. Меня зовут Петр Татарицкий, артист, режиссер. На сегодняшний день один из известных российских ведущих Facebooks TV Super Channel. Будем улыбаться друг другу и желаем всяческого успеха этому замечательному каналу. До встречи, друзья. Искренне ваш Петр Татарицкий. Я люблю Facebooks. Фейсбокс. Меня зовут Катя. Я играю на ударных инструментах. Счастливого концерта! Я люблю Фейсбокс.
We reached the end of our show today from the Чайковский Hall in Moscow. Follow us next show, Facebox TV team. Друзья, Facebox TV из концертного зала имени Чайковского подошло к концу. Будьте с нами, команда Facebox TV. Siamo raggiunti alla fine di questa bellissima puntata della sala Чайковского Mosca. Seguici il prossimo evento, Facebox TV team.